Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Yarn Today. Или газуй, или умри. Поехали, короче, у нас, ребята, новая машина с вами, поэтому будем ее тестить сегодня. Поехали! Так, воу, она здоровая. Я, знаете, что боюсь, ребят, что она у меня треснет пополам, если куда-нибудь приземлиться в ненужное место. Так, ох ты, новый вид зомби какой-то сейчас только что, ребята, был, я его подбил. Ой-ой-ой-ой. Слушай, у нас горючки не хватит, наверное. Так, подожди, у меня уже машина практически, ребят, в сметочку, да? Опа, как тут? Смотрите, ребят, стоял этот новый вид зомбаря. Но мне плевать на него. Слушай, какая-то машина у меня, если честно, тихоходная, не пробивает ни шиша. Наверное, надо ее апгрейживать по любасику, мне кажется. Так. Слушай, это у нас, по идее, должна быть пожарная машина, да, судя по всему. Но почему-то я не вижу, ребят. Так, бензин закончился. Я не вижу здесь этих... Как они называются-то у нас? Ну, вы поняли, короче. Откуда тушат пожары? Ни лестницы, вообще ничего нету. Ладно, хорошо, давайте мы вернемся в гараж и будем потихонечку ее улучшать. Наверное, я куплю ускоритель. Че, одну штучку мне всего лишь... Да, ребята, одну штучку ускоритель... О, вот это уже радует. Так, ну что, мы с вами зарабатываем 26 миллионов. Это классно. Значит, я могу себе еще что-то позволить. Я, наверное, куплю движок. Так, 16 миллионов. И все. Все, больше ничего не могу себе сделать. Погнали, ребята. Ну-ка. Во, как надо. Давай перелетаем эту всю ерунду. Классно. Мне нравится. Я боюсь, единственное, что она у меня, ребят, может треснуть пополам. Ну, почему-то вот кажется так. Вот эта вот перегородочка, ребят, как-то не внушает сильного доверия. Так, давай. Не выеживаемся, нормуль. Все отлично, шикандос. Так, нам нужно, ребята, побить свой предыдущий чекпоинт для того, чтобы заработать немножко побольше денег, для того, чтобы мы могли с вами, естественно, прапаться. И довольно неплохо, тогда будем здесь отжигать. Так, пока никаких, ё-моё, здоровые зомби всякие тут лезут на нас. Вот это я зря сделал. Газанул в ненужное место. Так, оу! Так, что же это за зомби такой, не могу понять. Вроде как спецназовец какой-то, знаете, этот Desert Strike, ёлки-палки. Камуфляжки был. Так, ну. Эх, и ускоритель закончился. Но, тем не менее, я немножко дольше проехал. Так что, отлично, ребята. Сколько мне дадут денег? 56 лямчиков. Я, естественно, ребят, куплю горючки, с вашего позволения. В общем, здесь получается такая штука, что мне каждый заход будет даваться по одному апгрейду. Это на данный момент. Дальше будет все намного хуже. Так. Слушай, ну машина хоть и не расторопная, можно так ее назвать, ребята. Да, она очень крупная по габаритам по своим. Но и мощей в ней до одури, если честно. Так, давай. Что же вот это за подкол-то такой? Зачем его нужно ставить здесь? Я не понимаю, ребят. Я разгоняюсь, да, тут же врезаюсь. Как-то несправедливенько, мне кажется. Так, давай по зомбарям прям прокатимся, по их черепушкам. Так, этих мы сбиваем. Знаете, что мне хочется? Наверное, тут надо взять развесовочку, мне кажется, да? Это будет самый оптимальчик. Ой! А, фу ты, я уж думал, здесь, ребят, тупик. Ну да, какой же может быть тупик в этой игре, когда тут все на мази? Так, я проеду, интересно, или нет? Дальше своего чекпоинта. Машинка у меня уже дымится, ускоритель, к сожалению, закончился, но горючки еще... Да, не намного хватило, но тем не менее. То есть я купил себе горючее для того, чтобы проехать 1 миллиметр. Ну, это несправедливо, я думаю. Так, давайте-ка мы с вами купим развесовку. Развесовочку взяли и куплю еще себе коробку передач. Все, ребят, я практически на нуле. У меня всего лишь там ничего. Копейки, грошики. Но я буду надеяться, нам это никак не скажется на нашем поезде. Так, тихо. Давай давить. Юху, погнали. Ой, ой-ой-ой. Так, ускоряемся. Вот здесь, по-моему, да. Да что ты будешь... Так, слушай, тачка. Ты меня напрягаешь немножко, вот, если честно. Может быть... Не, ведь как-то должны мы с вами с размаху просто перепрыгивать все эти дребудени, которые нам мешаются. Ведь верно? Я думаю, что верно, ребят. Так, наконец-то. Тут все отлично. Чекпоинт я вряд ли свой смогу победить. В этот раз... Ядрить тебя на коре. Ты что творишь, машина? Ты что вытворяешь? Мне такие казусы, они мне здесь не нужны вообще. У меня машина уже дымится, ребятули. Я могу вам одно сказать, что далеко мы с вами не уедем. Дайте хотя бы мне чекпоинт мой побить. Пожалуйста, зомби, отвали от меня. Прицепился к машине, гаденыш, а? Ну, так, я немножко... Да что такое? Вот, ребят, не нравится мне вот это вот
вся тягомотина, да, с врезаниями, где нужно самому как-то пытаться подняться выше. Не нравится, я сразу вам говорю. И поэтому я покупаю еще один ускоритель. Блин, ну это жестко на самом деле, если честно, что я вот должен за один уровень только лишь один апгрейд делать. Ну это несправедливо на самом деле. Дайте мне нормальный апгрейд, и все будет хорошо. Ну хотя бы дайте мне рекламу. Рекламу дайте мне, пожалуйста, в следующий раз, а? Будьте так милосердны ко мне. Ведь мои зрители хотят видеть драйв, а не то, что я тут рассусолюсь. Ну, да чтоб тебе, опять, ребята, опять та же самая тягомотина получилась. Так, давай дальше газуем. Так, бомбит эти. Слушай, развесовка нам нужна, вот что я думаю. Точно, нам, наверное, ребят, надо взять с вами развесовочку для того, чтобы пробивать вот эти вот преграждения все, которые нам мешают здесь. Мешают, причем, оу, не получилось, ребят, запрыгнуть, к сожалению. Так, тихо, да ядрить тебя на корень, что ты будешь делать, а? Как специально все. Ладно, дай мне подбить, пройти мой чекпоинт в конце-то концов. Я хочу зарабатывать бабульки, а не топтаться на месте, как бабулька. Так, ладно, что это такое? Что это такое? Что это был за прикол в данный момент? Я не понимаю, у меня сейчас движок, наверное, ребята. Нет, у меня закончилось горючее. Да, Блин, он ждал, чтобы я немножко нажал на ускорение. Я что-то продинамил эту вспышку. Поэтому, ребята, надо нам... Давай горючее возьмем. Хотя бы один чекпоинт я должен сегодня проехать. Что там за... Воу, зачем я так сделал? Ой, ребята, я нечаянно нажал на ускорение. Причем при старте. Зачем? Не знаю сам. Что-то попутал немножко кнопочку. Ну ладно, зато неплохо бустанули мы с вами. Вот так вот надо все это дело пролетать, оказывается. На ускорение во время прыжка нажимаешь, и ты летишь довольно достойно. Как птичка в небесах, елки-палки, на все тебе плевать. Но машина все равно какая-то ватная у нее. Смотрите, ребята, уже вперед просто смят в хлам практически. Но, тем не менее, она не ломается. Вот, только сейчас отлетели двери. Давай так вот, оп, понятно, я понял прикол. Не надо было так делать, или надо было, но заранее, чтобы хотя бы посерьезнее был подлет у нас. Так, тут бочки сверху там сыпятся. Я не знаю, кто их там, ребят, сбрасывает, но наверняка какие-нибудь зомби сидят и специально... Эй! Давай. Машина дымится. Машина у меня, ребят, дымится. Вот это было грубейшее. Ну, ты или вниз, или вверх, что ты делаешь-то? Фу, хорошо, что хватило пролета нам хотя бы перевернуться, ё-моё. Опять очередная, ребят, подколочка была, да? Да хорош, не, развесовка нужна по любасику. Ну как-то, ну не айс на самом деле. Я просто смотрю на... Я просто... Да, я просто не смог заехать, вот и все. Тут других тут оправданий просто нету. Колеса, а почему 75 миллионов стоит развесовка на следующий, ребята, уровень? Поэтому давайте-ка я, наверное, колесики прикуплю, да? И давай броню, хотя бы посмотрим, ребята, что он будет себе представлять в броне. О, о. Так, что такое тут? Всего за сколько? За 66 рублей? Нет, спасибо, ребят. Я сегодня норму по донату сделал, да? Я купил в игре Остров Мертвых, донатнул, так что как бы хорош на сегодня. Хорошего помаленьку, хоть и небольшая, ребята, сумма, но вот так вот по чуть-чуть и накапливаются довольно серьезные суммы. Так, как всегда, ребят, как всегда. Ну, по крайней мере, броня-то еще держится на мне. Да, а следующая тачка у нас какая будет? Там, по-моему, БелАЗ последняя, да? То есть, грубо говоря, еще серии 2-3, и мы с вами эту игру пройдем. А когда мы проходим игру, что мы делаем с вами? Естественно, находим новую и начинаем ее бомбить. Других вариантов в нашем случае не предвидится. Так что, ребята, вперед, как говорится, на зомби. На зомби-войну, ё-моё. Так, тихо, во, подлетел, молодец, красава. Ускоритель, правда, у меня закончился. И я никак не могу вот с этой вот, ребята, с штукой справиться. Ой, броня улетела в никуда. Опять тот же самый подвох. Да чтоб тебя. Слушай, развесовка стоит 75 миллионов. Опа, ускорения нету. Я не могу. Еле, что ты... Как этот, я не знаю. Ядрить тебе на корень. Ну, давай, бензинчик там. Кончился у меня, да, кончается, ребят. Сейчас вот закончится, вот буквально секунду на секунду. И я не... Чуть-чуть мне не хватило, да чтоб тебе. Там совсем чуть-чуть не хватило, ребята, до чекпоинта. 61 миллиард, скорее всего, у нас денег. И мы с вами купим, скорее всего, двигатель. Двигатель я прикупил. И, блин, они меня манят просто-напросто. Манят, не хочу. Вот, я надеюсь, вот с этой заходки мы с вами должны, наверное, ребята,
Вау. Проехать. Да, до следующего чекпоинта. Хорош уже, елки-палки, меня тут мутузить. Не серьезно говорю. Так, нормулька. Газуем, ребята. Здесь должны... Да, чтоб тебя. Ну ладно, хорошо, пускай так сгодится. Все, это всяко лучше, чем где-то там. Без развесовки сложно. Сложно, мы не можем, ребят, с вами бомбить препятствиями. Мою машину все время подымает на дыбы, как вы видите, да? Из-за каждой ерунды. Вместо того, чтобы просто-напросто раздавить это все. Тихо. Давай вот так вот сделаем. Ой-ой-ой, броню потерял. Давай тут ускоримся. Да куда ж ты ускорился-то? В потолок-то зачем, блин? Ё-моё, я хотел немножко по-другому сделать. Ну ладно, ничего не вышло. Фиг с ним. Бочки взрываются, все заранее. Тут ты хоть под... Да, тут он меня не подвел. Нормуль. Ускорение. Нету которого у меня ускорения. И машина уже дымится. Да, без брони мы быстро с вами дымиться начинаем. И... Да елки-палки, все время. Я все время на эту фигню попадаю. Они меня разводят, ребят. Они меня просто разводят. Давай вот тут. Аккуратненько, аккуратненько. Без всяких... Этих. Без всяких яких, елки-палки. Ребят, чекпоинт не за горами, ускорился. Я уже даже слова начинаю коверкать некоторые. Бензин закончился, да? А ускорение? Вау. Фух. Первый чекпоинт взят. Моя машина дымится, но тем не менее взял. Там даже что-то у нас... А, это рука зомби. Я думал, что за фигня там болтается. Но тем не менее, ребят, смотрите. Опс, и мы с вами, да-да-да, перешли немножко на другую местность. И я думаю, что нам нужно... Вот, вот она. Вот, ребята, развесовочка мне-то здесь как раз и пригодится. Ох ты! Еще и бабульки, да, прилетели. Так, ну что, дорогие друзья, 56 миллиардов мне начислили на карман. И я могу себе позволить купить еще, наверное, ускоритель. Так, и больше ничегошеньки. Но, тем не менее, у нас с вами второй чекпоинт грядит. Давайте смотреть, ребята, что у нас тут интересного, веселого, прикольного. Хоу! Неплохо начали. Очень неплохо, я тебе скажу. Бочки. Ну, они здесь, наверное, ребята, весь уровень будут на меня сбрасывать. Отлично, по красоте, ничего не могу сказать плохого. Давай, 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 давай. Здесь надо ускоряться, потому что, ребята, тут преграды были. И это несмотря на то, что, ребята, у меня второй уровень развесовки. Максимальный третий. Вау, щет, не попал немножечко. Ну ладно, бог с ним. Главное здесь вот не выеживаться, и все будет отлично у вас. Так, броня у меня последняя отлетела, да? Без брони мы с вами едем, но тем не менее... Оу, здесь круто! Мне понравился вот сейчас трюк. Вот здесь тоже. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть, ребятулечки. Чуть-чуть мне не хватило там зацепиться, чтобы я мог заехать. Но, тем не менее, полпути-то пройдено. Как вы можете это видеть, бензин закончился. А что у меня... Два зомби прицепились, и из-за этого я вот так вот еду, как калистратик. Ну, я не знаю, ребят. Но все, да? Блин, досадно немножко мне, конечно. Так, давай мы, наверное, с вами возьмем все-таки горючки, докупим. Так, и еще один ускоритель. Вот таким макаром мы будем с вами как-то постигать второй чекпоинт. Не знаю, как у нас это получится, не получится. Рано или поздно все равно будет все, как я хочу. Что бы он тут ни делал. Зомби, отвали. Почему у меня нету какой-нибудь штуки, чтобы я мог этих зомбарей скинуть со своей тачки? Они меня очень, ребята, держат в плане скорости. Я не могу разогнаться достаточно. Кстати, мне надо колеса, судя по всему, купить нормальные, человеческие, да? Потому что с этими колесиками мы как-то с вами препятствия очень тяжело давим. Вот так, отлично. Так, тут особо сильно не разгонишься, да и не нужно, если честно. Так, чекпоинт не взят еще пока. Вот, тут надо ускоряться обязательно. И вторая, да, здесь? Вот так. Это я запомнил, по крайней мере, ребят. Уу, круть. Ядрить на конь. Бочку просто в воздухе поймал. Ах ты. Ах ты, буржуй, ты недобитый. Ну, иди сюда, где-то там. Он убежал. Он убежал от меня, он испугался. Вот здесь, ребята, два зомбаря были прицеплены к моей машине, и поэтому я не мог здесь проехать по-человечески. А теперь, смотрите, я... Ну, прям как будто на коне, елки-палки. Укроти строптивого буйвола, называется. Ага, ага, это уже знакомая эпопея была. Такая штука, помните, да? В прошлом видосе. И все, ребята, бензин кончился, ускоритель у меня кончился. Но, тем не менее, неплохо я проехал. Даже очень хорошо. Так, что нам сделать? Давай, наверное, мы с вами колесики немножко улучшим. Мы немножечко улучшим с вами колесики. Вот такие они у нас стали. Я представляю, ребята, какие будут колеса на прокачке у Белаза. Они так-то не маленькие, да, сами по себе.
Слушай, а если бы у нас была бы развесовка третьего уровня, ух, было бы шикарно. Представляешь, мы как бы их добили? Мы бы добили бы все, и преграды, и все было бы нам нипочем. Так, ускоритель нам нужен еще, знаете для чего? Потому что здесь будут некоторые преграды. Помните, да? Где мы с вами довольно лихо пролетали. Вот сейчас мы, кстати, двигаемся именно в том направлении, где нам надо будет делать эти очередные прыжки. Так, подожди, нет, не здесь. Вот, по-моему, где-то тут у нас. Да, вот оно, это место. Сейчас второй прыжок надо будет сделать обязательно. Вот он. Так. Классно, ребят, я еду. Я прям как этот. Уху! Прям как на Родео, ё-моё. Да, там, конечно, надо было подзацепиться, но у меня ничего не получилось. Ладно, давим их дальше, этих гаденышей. Отлично. Я не понимаю, за что дает вот это вот отлично. Что? К чему? По какому порядку это начисляется? Так, здесь где-то прикол будет, да? Мы с вами будем сейчас падать вниз, судя по всему. Вот здесь вот. Тихонечко. У нас есть, ребята, еще с вами горючка. Давай попробуем. Воу! Твою ж налево, елки-то палки. Я думал, ребят, мы сможем. Сможем туда как-то пробиться. Не получилось. Ё-моё, вот это прикол. Они меня, ребят, просто здесь подкололи. Так, ну ладно, у нас кончилось с вами все, и я проехал еще немножко больше. То есть у нас нет с вами ни горючки, ни ускорения. Все это позаканчивалось, и давайте докупать. Как-то немножко обидно, да, что целый вот этот вот кусок трассы проезжаешь, и получаешь всего лишь один апгрейд. Никчемный причем, да? Который, по сути, по своей, он ничего нам хорошего здесь не дает. Я всего лишь на одну ячейку улучшил себе бензобак. А чтобы почувствовать, тут нужно бензобак на две ячейки и, как минимум, две ячейки на ускоритель улучшать. Ну, чтобы вы заметили, так сказать, этот эффект. Эффект прокачки, можно так его назвать. И к тому же я еду с одной броней. Я хотел бы, конечно, всю машину себе полностью зашить в броню, чтобы посмотреть, как это будет все выглядеть. Будет, наверное, эпично смотреться. Так, ладно. И еще, ребята, трамплин. Отлично. Вот здесь вот надо... Подожди, а где? Где? Вот здесь, по-моему, да? Да, ребят, вот она. Вот! Изи! Блин! Ну ладно, хорошо. Не попали мы наверх, ну и не надо. Поехали. Так, что у нас там? Слушай, нам совсем немножко, по идее, не хватает для того, чтобы мы доехали с вами до второго чекпоинта. Ну, такими темпами, конечно, я ничего не смогу сделать. Еще застряли где-то там. Ах, господи, зомбари, отвалите вы от меня, а, пожалуйста. Так, падаем. Падаем, ребята, вниз. Свободное падение. Господи, ты посмотри на мою машину. Она вся в хламину просто разлетелась. Просто двери, все двери, которые только были, у нас поотлетали. Кроме, вот, хотел сказать, кроме переднего. Эть, глупо было, конечно, разгоняться. Я, честно говоря, думал, перелетим, но все. Нифига, да? Не побили мы свой чекпоинт, мы остались с вами на прежнем уровне. И давай, наверное, мы с тобой купим еще одну броню. Вы что, не заметили какую-то разницу? Я особо разницы не заметил, если честно. Не надо было броню покупать тогда, получается. Зря, лишняя трата денег. Хотя все равно без нее никуда не деться. Надо колеса, наверное, нам здесь улучшать. Хотя, тоже не вариант. Развесовку. Развесовка, да, пойдет, в принципе, но без ускорителя, без коробки передач здесь тоже делать нечего. Потому что вы, надеюсь, заметили, что у нас теряется очень быстро скорость. И нам приходится опять бустовать для того, чтобы набрать предыдущую скорость. И вау, вот это, хотел сказать, было круто. Да нифига ни крутого не было здесь. Просто-напросто лопухнулся и все. Ладно, мы с вами сейчас понизу двигаемся. А так бы мы сверху бы сюда попали бы. Поехали. Бочки разнесли в хламину. Так, готовимся еще к одному прыжку. Так, вот здесь вот тоже, по-моему, да, ребята? Да, вот он. Мы с вами подобрались. Отлично, тут вообще перепрыг... Во, наконец, ребята, я сюда запрыгнул. Так, давай так сделаем. А смысл? Что понизу, что поверху, я особой разницы не увидел, если честно. Хм, ладно, хорошо, давай давить. Все, раздавили мы это все хламье. Единственная моя сейчас, как сказать, цель — это подбить свой чекпоинт. Обожаю вот эти вот вяу, спуски. Вау, да ну хорош. Почему не хватает мне, ребята, мощей дури запрыгнуть именно туда? А что так? Что-то вообще быстро все закончилось. Я только раздухарился, уже закончилось все. Ладно, ребят, походу дела без движка нам никуда. Поэтому будем сейчас с вами улучшать движок. И сразу же еще коробку. И еще и денежек заработаем.
Так, сколько? 77 миллиардов мы с вами зарабатываем. Отлично. И на что мне хватает? Мне хватает еще на одну коробку, ой, на одну двигатель. Да, я его улучшил. Все, ребят, поехали. Поехали, некогда тут рассусоливать. У нас зомби впереди, а мы тут сидим, апгрейдживаем свою машину. Когда такой апокалипсис, анархия творится на улице. Зомби, отвали. Нет, прицепился все-таки, а? Все, разлетелся в хламину. Так, ну смотри, моя машина стала... Ух ты, как мы с вами движок улучшили. Она просто летит у меня, ты понимаешь? Летит на крыльях ночи, как тот самый Бэтмен, Супермен и Черный Плащ. Так, давай. Давай сюда. Полетели, полетели! Куда ты полетел? Ядрит тебе на корень, а, Рэй? Ну хорош, ну... Ладно, я понимаю, ты, конечно, для фана все это делаешь, но... Совесть-то имей. Дэд Исланд тут что-то вылезла реклама. Да ладно тебе, еще тут на каждую парашу будешь... Вау, ну неплохо, ребята. Это лучшее, что могло быть при таком вот раскладе. Все бочки с собой ловлю, мы сюда заехали. Шикарно. Да, ускоритель мне нужен, вот что я понял в последнюю, ребят, секунду этого апокалипсиса. Что мне нужен ускоритель. Но ускорители я делаю просто лайфхаки. Смотри. Ну а как еще назвать? Так, тихо, здесь не надо, зачем? Ладно, поехали. Поехали, все, шикандос. Блин, я, наверное, зря сюда запрыгиваю. Тут очень много бочек. Машина моя дымится, бедная броня отлетела. Но я чекпоинт должен взять. И я его, ребята, делаю. Чекпоинт я все-таки свой побил. Единственное, что не врезайся только, пожалуйста. Нет, врезался. Единственное, что меня не устраивает, что я опять не доехал до чекпоинта. Вау. Вот тут бы, конечно, бы на ускорителе бы надо было. А вдруг доедем? Как ускоритель закончится, я понял. И бензин закончился, ну совсем чуть-чуть, ребятули. Ну совсем капельку осталось. Ну что ты будешь делать, ну. Хорошо. Раз движок так выручает нас, будем покупать движок. Поехали, надеюсь, сейчас скорость еще будет в разы лучше. И мы быстрее все-таки с вами доберемся до туда. И главное не тупить. Остальное все мелочи жизни. Да кому какие интересуют эти мелочи, когда тут на улице, ребята, творится зомби-апокалипсис? Кому до меня вообще есть здесь дело? Да никому, господи. Давай давить их всех. Я сам себе хозяин. Я, как говорится, путник этой дороги. Поехали. Так, ну хотя бы без врезания все у нас удалось. Так, давай. Нет, ускоритель, наверное, не стоит тратить вот на этих мелочах. Нам он еще пригодится вот здесь, например. И также вот здесь. Я обожаю, как он, ребята, набирает скорость, как он летит, как, ну, просто птица в небесах. Бочки ловим, конечно, все. Без этого никак. Колеса, точно, ребята, мне нужны колеса. Было бы неплохо, если бы мы и с вами улучшили бы их. Да, это было бы оптимально. Зомби, ну ты же, ну пролетел же ты мимо, как ты зацепился, а? Так, тихо. Эй! Ребята, вот это была сейчас засада. Я просто в распорку встал. И ничего не смог сделать, абсолютно. Давай тогда ускоритель докупаем. И все. На этот раз больше ничего не хватает. Погнали, погнали. Где эти засранцы, я их буду сейчас валить всех налево и направо. Вон он, бежит, бежит. Просто вперед колеса побежал, зря. Зомби непродуманный. Так, ладно, ничего страшного. А что это я так подлетел? На бочке, что ли, так взорвался? Аж к потолочку подлетел. Давай ускоримся, малька. Отлично. Блин, мне нужен, ребята, второй чекпоинт. Потому что я прекрасно знаю, что после второго чекпоинта будет все намного сложнее. Какой-то бред выпал тут. Не знаю почему, ребят. Так, давай, 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 давай. Вот так, отлично. Ну, все приходится, ребят, делать через ускоритель. Ох ты! Вот это был, конечно, ребят, перебор, мне кажется, да? Чистой воды. Ладно, в любом случае мы уже свой чекпоинт не сможем побить. Слишком много отвлекались на всякую дрибу день. Так. Вот здесь, да, будут приколы-то эти? Местного разлива, по-моему, здесь. Воу, я залетел. И это меня уже радует. Так, давай, все эти бочки, естественно, взрываем. Классно сейчас залетел. Ребята, у меня вообще кабины нету, посмотрите. Я без кабины, ё-моё. Ну, дай мне доехать, пожалуйста, до второго чекпоинта. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Игра, не надо вот кверху задом. И... Да,
Ну вот, наконец-то. Наконец-то я добился того, что хотел. Второй чекпоинт, ребята. Ну, а дальше будет самое интересное. Конечно же, как же без этого-то? Так, продвигаемся с вами еще маленечко. Вот наш чекпоинт. Отлично. Так, в гараже что нам улучшить? Ребят, давайте, наверное, мы с вами двигатель улучшим, да? Хотелось бы, конечно, еще бензинчик весь докупить, чтобы все было у нас, как говорится, тип-топ. Но не в этой гонке. Вау! Да ладно, тебе издеваешься, что ли, надо мной, а? Для меня эта трасса неизвестная, поэтому все начинаем с вами с нуля смотреть. Ага, вот здесь бы как раз развесовочка, так как бы классно. Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы классно она пошла бы, да? Давили бы мы этих говнючков бы всех. Оу! Так, ладно, терпимо это все еще, ребята. Это все еще терпимо, на самом деле. Блин, машина у меня просто огонь. Просто огонь. Так, по красоте все. Давай это все пролетим. Вау, залетаем как птички в гнездышко. Это кто? Это кто? Это кто сейчас там висел? Я его так подбил смачно. Он даже вякнуть ничего не успел. Он даже вякнуть ничего не успел. Просто разлетелся на две половинки. Так, ну это, по-моему, не тот зомби. Вот этот вот, который сейчас бежит. Там совсем другой. Там был жиробас какой-то. Может быть, конечно, мне показалось с испугу. Вау. Так, броня моя отлетела. Броня моя крепка, но отлетела. Вон, видели? Это же новый зомби какой-то был. Или опять же я с перепугу все путаю. Ладно, не имеет значения. Главное ехать. Ускоритель закончился, спасибо вам большое. Воу-воу-воу, вот такие вот приколы мне, ребята, всегда и бесили. Когда ты начинаешь нажимать на разгон, а тут сами видите, что происходит. Точно, это новый зомби, ребята, у него на лице маска. Маска, зачем зомби маска, интересно, не знаете, а? Может быть, он был человеком, когда носил маску, а потом стал зомби в маске. Ну, скорее всего, так. Так, ребят, я закупаюсь горючкой. Горючка мне здесь нужна, понимаешь? Все, поехали. 219-й день у нас на кону. Трасса, если честно, какая-то, ну, сложноватая на самом деле. Я думал, что будет как-то попроще, но ничего подобного. Сложнота еще та, но и годнота в то же время. Давай, без ускорителя, конечно, здесь делать нечего. Вот это мне не нравится. Тут нужны колеса, наверное, скорее всего, нам помощнее, чтобы была сцепуха более-менее крепкая, да, чтобы мы на дороге себя чувствовали поувереннее. Угу, все шикарно. Будем пробовать, ребята, чекпоинт наш. Как его? Подбивать, елки-палки. Да я думаю, что надо бы, на самом деле, это все сделать. Броня слетела. Кстати, у нас... Вон этот жирный висел. У нас, кстати, с вами две брони, да? О, вот он прикол. Надо третью броню нам, наверное, с вами улучшить. И все, я думаю, будет у нас хорошечно. По-другому не назвать. Так, а где прикол-то здесь, который я помню? Мы с вами на ускорении гнали и в стенку врезались. По-моему, я уже его проехал, да? Тут мы с вами вот так вот делаем. Вот так вот. И летим на крыльях счастья. Так, можно было бы в эту трубу, я так понимаю, заехать. Но для чего? Не знаю. Не нужно нам ничего. Так, опять ускоритель закончился. Почему ты так не вовремя заканчиваешься? Нет, надо ускоритель прокачивать тоже, ребят, по полной программе. Но зато я чекпоинт свой побил. Вот. Воу, опять. Что-то у них мода пошла вот эти вот. Что это тут происходит, господи? Так, ладно, мы пока с вами едем. Нормуль, все хорошо. Вот теперь я могу сказать точно, ребята, что пол трассы пройдено. Даже больше. Ну, вот, тем более, вот на таком вот автодоезде. Отлично, дайте ко мне проапгрейдить свою машину еще как следует. Я докупаю, ребят, горючку. 38 миллионов у нас остается, или миллиардов даже. Скорее всего, миллиардов. Потому что миллионы это уже давно-давно в прошлом. Тут миллиарды у нас только, ребят. Скоро будут квинтиллионы, елки-палки. Так, ладно. Я все, ребята, сейчас все бабосики скидываю на горючку. Как только горючку мы с вами прокачиваем по полной программе, естественно, начинаем уже за маленькие вот эти вот нюансы. Это которые у нас в плане брони, развесовки, колеса и так далее. И тому подобное. Сопутствующие, так сказать, материалы. Ну, а в данный момент, естественно, на первом месте стоит горючка, движок. Ну и, конечно же, коробка передач, чтобы у нас была предельно максимальная скорость, на которой мы с вами можем здесь газовать, ездить. Потому что вся суть... Вся суть вот этой игры зависит от нашей скорости. Мы должны ехать на максимальной скорости, как можно быстрее проезжать определенные расстояния. Конечно, еще не тупить, не врезаться во всякую хрень. И все, тогда у нас будет нормулька. Так,
Пока я скажу, что еду, ну, более-менее хорошо. Да едрите. Все, закончился ускоритель. Ну, а без ускорения мы вообще как черепахи с вами ползем. Ну, сами видите, ну что это, ну господи, я бы так мог взлететь туда. А ползем как эти, как улитка, елки-палки. Так, что это, очередной прикол, да? Я его помню, со стенкой как раз. Движок сейчас, наверное, у меня, ребят, загорится. Так, подожди, подожди, вот мне надо перевернуться здесь. Да, тут, наверное, нужно нам все-таки докупить третий, последний уровень брони. Как-то кисловато все у нас. Ну, смотрите, ребят, я и без ускорителя просто мчусь на крыльях любви. Зомби этот висит, иди отсюда. Подвисает он мне здесь. И чекпоинт, ребята, я свой побил. Все, и бензин закончился, к сожалению для меня. Ну и для вас тоже. Но это мне не мешает, ребята, апгрейдить свою тачку. Ну-ка посмотрим. Все, это последний? Да, ребят, мы с вами последнюю горючку закупили. Ну неужели? Ёлки-палки, ждал тебя как манну небесную. Так, ребята, 101 миллиард я получил. И мне хватит на что? Мне хватает... Вот. Я куплю развесовку, с вашего позволения. Третий, последний апгрейд на развесовку у нас прошел. Газуем. Вот сейчас было глупо с моей стороны, потому что там надо было на ускорение. Зачем я придержал коней? Не понимаю. Так, нам нужно еще с вами улучшить коробку передач, конечно же, чтобы как можно быстрее за короткий промежуток времени набирать максимальную скорость и, соответственно, большее расстояние преодолевать за короткий промежуток времени. Потому что тут горючка тоже у нас, извините меня, не бесконечная. Она заканчивается. И ускоритель. Да, я все время хочу ускоритель купить и все время забываю про него. Ускоритель, если на полную катушку у нас прокачан, будет very nice. Серьезно вам говорю. Так, и вот эти вот две ловушки. Первая в стену врезаемся, и вторая там еще где-то должна быть, да? Когда мы с вами будем прыгать, попадать, так скажем, в туннель. Где-то вот здесь уже скоро. Нет, не здесь. Потому что все время у нас быстро так сменяется здесь, ребят, картинка, что я даже не успеваю среагировать порой. Тяжело мне это запомнить. Так, вот здесь что ли? Нет, не здесь. Хм, а где же у нас? Вот здесь тогда получается, да? Да, вот он, ребят, вот это второй прикол. И, по-моему, больше там ничего такого страшного не будет. Дальше просто с вами едем. Не, вот еще, вот, ребята, да, вот он, вот туннель-то. Господи, что с моей машиной? Парнишка просто без кабины сидит на улице. Лобовуха только впереди, которая отлетела только что. И ускоритель закончился, и вот это меня сразу опечаливает. Ускоритель закончился, мне сразу взгрустнулось почему-то. Но чекпоинт, ребят, я свой переплюнул. Свою отметку. Так, тихо, как-то тут... Опс, опс, заехал. Я умудрился, ребят, заехать. Так, что у нас там? Есть еще немножечко горючего. Ох ты! Это что за... Что за рыло такое было, а, ребят? Господи, он здоровый был, а? Бензин закончился. Я очень этому, конечно, рад, что он закончился. Все, ребят, вы как хотите, а я буду ускоритель себе покупать. Мне надоело. Мне надоело там где-то профукиваться. Я буду на ускорителе просто мчаться. Когда ускоритель у тебя в кармане, ты вот получаешь такую ерунду. Потому что Рэй, как всегда, затупил. Вот и все, ребят. Начинает сам себе изменять, ёпрсты, своим традициям. Йоху! Давай ты едь. И не дуркуй, самое главное. Да и господи, ну... Зачем ты вот заезжаешь на эту всю парашу, я не понимаю. Она мне не нужна, например. Я не знаю, зачем тебе она нужна. Так, газуем. Давай-ка вот здесь, вот, наверное, ускоримся маленечко. Буквально чуть-чуть. Чтобы вот так вот просто поверху ехать. Я обожаю, ребят, поверху. Так, жиробаса колбаснули. И вот, да, я это помню, ребят. Вот, я как раз помню, вот трамплинчик там, и вот эта вот фигня начинается. Так, готовимся еще к двум очередным приколам. Стенка и еще будет одна стенка. Блин, врезался в ерунду в какую-то. Ладно, не беда. Как мы переживем этот момент? Вот здесь вот, да? Нет, не здесь. Все время говорю, второй раз оплошался. Вот тут вот. Все, это я понял. Так, тихо, машина, стой на месте. Давай, газуем. И еще вот. Вот он. Это я запомнил. Ускоритель, блин, закончился. Да почему что так быстро заканчивается? Раньше как-то тебе хватало на дольше, а сейчас... Вот, ребят, вторая... Давай перевернемся, а, парень. Не будем с тобой тут выеживаться слишком сильно. Коробка передач нам нужна. Ну, во-первых, я куплю, наверное, все-таки весь ускоритель.
А уже после этого я буду покупать себе коробку передач. Ну, а там уже, как говорится, все соответствующее. Потому что в любом случае, я чувствую, мы с вами здесь не проедем, если не улучшим машину нашу полностью. Только в том случае, наверное, будет ждать нас успех. Блин, так хочется на ускоритель нажать, но его, ребята, нету, понимаете, нету. Так, а сколько там еще можно апгрейдить? По-моему, 3 раза, да, ускоритель? Эть, бензин закончился. Я думаю, что такое, чему так замедлились? Просто бензин закончился. Так, 215 миллиардов у нас с вами. И пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага, ага. Ускоритель или коробку? Давай коробку передач попробуем улучшить, ребят. Так, отлично. И еще даже на один ускоритель хватает. Короче, смотрите, ребята, 2 апгрейда на ускорителе. Он будет у нас полностью прапанный. И останется лишь коробку передач. Ну, здравствуйте, приплыли. Ну, ой, господи. Если мы так будем с вами дальше ехать, то никаких результатов хороших у нас, конечно, с вами не получится. Отлично, за что получаем это отлично, я не знаю. Ну, отлично так отлично. Если мы еще бы ехали бы с вами отлично, цены бы нам не было. Так, давай вот тут вот. Ох ты, чуть не начал дурковать опять. Отцепись от меня. Так, давим. Пока хорошо все. Ускоритель нужно нам немножко с вами, наверное, приберечь, я думаю. Слушай, и вот колесики бы еще бы неплохо было бы прокачать, да? Тут слишком много, ребят, вот этих всяких подъемчиков, горочек и тому подобное. Поэтому надо будет над этим подумать. А раньше у меня обычно заканчивался всегда быстрее бензин, и я на ускорителе как-то мог еще препятствовать проезжать определенные, да, расстояния. А в этот раз у меня все время ускоритель заканчивается быстрее. Надо это дело исправлять, мне кажется. Так, хорошо, отлично, смачно. Прицепился говнюк ко мне. Слетел. Машина что-то у меня задымилась, бедная. Вау, а вот здесь я не был. Ничего себе, ребята, я новый вид проезда нашел. Понятно, который меня совсем не порадовал. Да господи, что ты делаешь? Ну, давай. Тут надо все рассчитать абсолютно, ребята. И скорость, и когда нажать ускоритель тебе. Все, абсолютно. И только в этом случае нас ждет успех. Все, отлетела последняя дверь. Чувак, просто... Давай сюда, влетим. Слушай, может быть, мы с вами чекпоинт этот и побьем, скорее всего. Оу, зря, это была моя грубейшая ошибка. Нажать на разгон перед стенкой. Так, двигатель, ребят, сломался. Я остановился именно на том месте, где и в прошлый раз. Двигатель сломался слишком медленно. Понятно. Так, ну что, ускоритель, давай полностью докупим, ребята, ускоритель. И остается лишь что? Колеса, да? Броня и... Ну, естественно, пулемет. Без него-то тоже никуда, естественно. Как же без пулемета? Пулемет рулит. Опять тупость пошла. Опять, ребят, пошла эта тупость. Опять мы потеряли с вами в скорости. Ладно, ускоритель полностью куплен. Если я куплю, например, все здесь полностью и не смогу проехать эту трассу, то это говорит только об одном, ребята. Опять я туплю. Ну давай, 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 господи. Тут просто нужно, ребят, запомнить, в принципе, как состоит вся трасса. Понимаешь? И все. Больше ничего здесь не нужно. По идее, ничего сложного здесь нету. Вот и самое еще второстепенное, ребят, что в зомбаре, в которых мы врезаемся, они нам приглушают скорость. Смотри, что полицейские делают. Опс, броня сейчас отлетит, да? Отлетела уже. Господи, здесь не получилось у меня, к сожалению. А заехать наверх будем тогда через низ. И вот этот трамплин нам приходится, ребята... Ах ты, зараза! Летим! Так, вот здесь, по-моему, да, вот она стена. После вот этого, да, трамплина... Так сказать, воодушевляющего. Нам приходится, ребята, врезаться в стену. Ну, это своего рода прикол такой у них местный, блин. Ах, как и здесь. Как и здесь, то же самое. Ты думаешь, вот, все, впереди светлое будущее. И на тебе, перед тобой стена, в которую ты врезаешься. Да, хорош. Да перевернись ты, ну. Ай, вот. Вот эти вот драгоценные, ребят, секунды и тратятся на всякую чушь, которую, в принципе, можно было бы вообще, даже не замечая, проехать.
Но мы же с вами не ищем легких путей, да? Нам все время надо позаковырести, поинтереснее. Сам для себя делаю проблемы какие-то, непонятно зачем вообще. Так, давай, уже ускоритель закончился. Уже он закончился. Ну а с горючкой что? Ну горючка же есть, что? Что, я не помню. А, двигатель сломался. Вот оно что. Ну давай тогда мы докупим. Я думал полностью сможем. Нет, ребята, во, вот это хорошо уже. Ну что же, мы заработали с вами 128 миллиардов. И мне хватает на что? На коробку передач. Все. Остается лишь купить нам колеса и броню. Плюс еще, конечно, пулемет. Поехали. Погнали. Так, теперь... Оу, опять тупанул. Надо было заезжать наверх. Ну ладно, черт с ним. По низу тоже можно ездить. Так. Давай здесь подлетим. К ядрене фени, да? Так, нормуль. Отлично. Что могу еще сказать тебе по этому поводу? Все пока хорошо, ребята, у нас складывается. За исключением некоторых нюансов. Давай здесь будем лететь. Так, нормуль. Кто-то мне сказал, ребят, во время прыжков не жми на газ. А почему не жать, ребята? Он, по-моему, в воздухе же как раз... Хотя это нелогично, да? Набирает скорость в воздухе. Но мне почему-то кажется, что от этого эффект лучше. Ох, ядрёна вошь. Что же я сделал-то? Так, давай вот здесь вот подлетим. Понял я здесь прикол этот. Так, еще нас поджидает где-то с вами. Вот здесь вот, да? После прыжка? Нет. Да какое отлично, когда двери все отлетели. Какое может быть отлично? Ладно. Ёлки, ускоритель уже закончился. А почему так быстро-то? Почему так быстро ускоритель у меня закончился? Я практически не попользовался там. Буквально чуть-чуть повеселился и все. Да, мне пишут, ускоритель закончился. Нормуль. Ну, надеюсь, чекпоинт я хотя бы смогу свой... Побить предыдущий или нет? Вряд ли. Вряд ли у нас это получится. Потому что мой водитель уже остался. Опс. Ну ладно, хорошо, что заехали. Чем дальше расстояние мы с вами проедем, тем больше денежек сможем заработать. Так, хорошо. Ничего хорошего на самом деле нету. Все, и двигатель сломался. В результате у нас получилось вот так. И даже чекпоинт я свой не смог побить, к сожалению. Ну что, давай, ребята, улучшим себе колеса по максималке. Вау, вот такие вот у нас колесики с вами получаются. И сразу же едем далее. Ну, хотя бы получилось наполовину. И не получилось мне запрыгнуть на самый-самый верх. Ладно, не беда. Плюс у нас, ребята, все прокачано, да? Коробка передач, все, что нужно для хорошей гонки. Но ведь нет... Не получается, ребята, у меня побить. Жалко, здесь нету секундомера, таймера. И, как бы вам сказать, такие знаки восклицательные, что впереди тебя парень ждет какая-нибудь очередная ловушка, стена или еще что-нибудь. Я бы немножко бы лучше бы ориентировался в этом плане. Опс, что такое? Ну, зачем я ускоритель начал тратить, а? На какую-то ерунду. Просто в свободном падении я начал нажимать на ускоритель. Да. Так, заедешь? Давай, заезжай сюда. Отлично. Так, нормуль. Ну, неплохо, я тебе скажу, мы с вами тут вроде бы как... Вот только я, ребята, отпускаю кнопку газа, все, у меня сразу же теряется скорость. Сразу же. Поэтому я не знаю, в свободном падении стоит ли нажимать или нет. Ёпрасоте. У меня вот я просто смотрю, как я еду, да, и впереди... Ну ладно тебе, ну что ты... Зомби скрючился. С чего вдруг? Увидел меня и испугался? Скрючил его от этого, что ли? Так получается? Так, ладно. Давай здесь попробуем сделать вот так. Ох ты, нормуль. До этого я сюда не запрыгивал. Опять у меня, ребята, ни брони, ни шиша. Опять дымится, и сейчас, наверное, напишут: двигатель сломан, парень, у тебя. Так что сильно тут не выеживайся. Такой трупец громадный, да, был? Ну, о чем я вам и говорил, ребята. Двигатель сломан. Чекпоинт опять не взят. Хорошо. Давай попробуем тогда сделать... Ох, фаертрак. Ничего себе, ребята, вот тебе и фаертрак. Ну? Какого ж лешего? А что это такое за звук, ребята, только что был? Как будто
Вот пулемет где-то строчил. У меня вроде нет пулемета никакого. А звук я характерно слышал. Ладно, ничего страшного, ребят. Да, я попробую, знаете что, на следующей, со следующей гонки не нажимать на газ в свободном падении, в свободном полете. Посмотрим, будет ли какой-то от этого эффект или нет. Я буду сейчас потихонечку как бы себя настраивать к этому делу. Да ну, мне кажется, почему-то я теряю в скорости. Хоть, вот хоть убей, но мне кажется, что я теряю в скорости. Может быть, мне, конечно, так кажется. Интересно. Почему у меня, ребят, передняя броня слетает быстрее? А как средняя, которая посередине? По ходу дела, она вообще никогда у тебя не поломается, видимо. Да? Мне так кажется, что она никогда не поломается. Задняя броня вообще будет мертвецки на мне держаться. Потому что есть только бочки, которые мы будем с вами взрывать. Только в этом плане. Вот. Опять зря ускоритель потратил здесь. Вот тут все нужно рассчитывать. Абсолютно, ребят. Каждый миллиметр нашей трассы. Давай, 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 едь. Я не буду сейчас, ребят, ни на что нажимать. Ни на что не буду нажимать, сам нажимаю, а? Где логика? Нет никакой логики здесь. Ускоритель есть? Все, он закончился у меня, ребят. Только что. И я скажу тебе, мы едем намного хуже, чем даже в те разы. Господи, ну... Да ты можешь заехать сюда? Заехал все-таки, да? Хоть мы с вами и без брони... Ой, мы только до Жарабаса доехали, а у меня практически уже и горючки-то не осталось. Да, остались буквально тут считанные миллиметры. Дайте мне хотя бы чекпоинт мой подбить. Я его, ребята, уже побил. Так, дальше мы с вами не были, поэтому для меня это новость. Что тут дальше нас поджидает? Хотя бы будем знать приблизительно. Ох, сейчас бы мне, ребята, ускоритель бы мой. Ох, вот, тем более, когда в горочку-то здесь. Слушай, ну, я скажу, сейчас проехали. Что это? Вот это прикол сейчас был только что. Да ну хорош, машина, ну. Зомби эти всякие тут. Эх, горючки, ребят, не хватает, не хватает. Да, чуть-чуть, буквально мне, наверное... Да, одного рывка не хватит для того, чтобы я доехал все-таки до гаража до нашего. Или хватит все-таки? Я прям залетел сюда, ребята. Ну вот, смотрите сами. Мне не надо было апгрейдить полностью машину. У меня новое достижение — пройти 9 уровень. Ну что же, у нас с вами остался лишь один марш-бросок для того, чтобы пройти вторую часть Yarn Today 2. Так, ребята, БелАЗ, БелАЗ. Господи, я рад, если честно. Так, воу, даже тут рекламу дали. Ну что, дорогие друзья, 150 миллиардов мы с вами зарабатываем. Я еще куплю горючки. Ну, а проходите трассу на этой машине, мы уже будем с вами в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.